Магадан готовится к выборам президента. О мерах безопасности сегодня говорили на заседании антитеррористической комиссии. Специалисты самых разных структур проверяют готовность 39 избирательных участков. Энергетики и коммунальщики сообщили, что обследованы все электроподстанции, спецтехника на готове, а в случае экстренных ситуаций есть возможность использовать резервные дизельные генераторы. 18 марта усиленным составом будут дежурить силовики. Это более 150 полицейских. Под контроль возьмут помещения участков и прилегающая к ним территория. В целях безопасности помимо видеокамер на объектах установят и металлоискатели. Сотрудники будут обеспечены ручными металлоискателями. Кроме того, у нас будут сформированы мобильные группы, которые будут пресекать незаконную агитационную деятельность. Проверка избирательных участков продлится до конца февраля. За сутки до начала выборов помещение дополнительно обследуют кинологи со служебными собаками.